В гостях Алексей Мочалов, известный вам как джипер и журналист, а на самом деле еще один из лучших экспертов в нашей стране по вопросам резины. Леш, здравствуй. Добрый день. Я на самом деле прочел, когда то, как меня представили, очень сильно широко улыбнулся, потому что, конечно, экспертом по шинам меня сложно назвать, просто я их очень много укатал в своей жизни, и поэтому можно сказать, что я ездил почти на всем. Ты практик, а, как известно, практика – лучший критерий. Поэтому есть теоретики, которые с утра до ночи катают все это на полигоне, а потом пишут что-нибудь там про кинетическую энергию и про какую-нибудь там очень хитрую физическую составляющую векторов, которой клиенты не пользуются. А из твоего опыта можно выжимать не только по капле, но и по многотомным изданиям различные познания практического применения разных резин в разных жизненных ситуациях. Вот тебе целый час для того, чтобы выступить с докладом. Ну, всегда готов. Главное, задай вектор, как говорится. Давай тогда так. У нас впереди еще немножко слякоти, а потом уже зима. И первое. Это тяжелая машина, которую мы считаем внедорожником. И мечта водителя. А на чем бы таком хитром ездить целый год, чтобы не переобуваться на зиму? Вот оно такое существует или уже нет? Ну, я хотел бы сразу чуть-чуть расширить, скажем, зону нашего обсуждения. Да? Задай вектор. Да. Я все-таки езжу не только на внедорожниках, езжу и на легковых машинах. Поэтому, соответственно, есть некая специализация, но в целом представляю себе рынок и альтернативной недоприводной техники, да, соответственно, и то, на чем ездят люди круглый год. Вот, если говорить про какие-то универсальные варианты, то, естественно, я не открою никакую новую планету и скажу, что универсальных вариантов, естественно, нет. BL-85. Ну, это универсальный вариант, просто когда выбор между BL-85 и BL-85. И самое главное, что нет ни денег, ни наличия в магазинах. Да? Ну, то есть это не совсем сегодняшний день за окном. Сегодня есть и выбор, и все-таки уровень достатка у населения немножечко повыше, и машины стали подороже. Депутаты Госдумы, у которых, к сожалению, с мозгами очень тяжело, поэтому они чего-то там требуют по этому поводу. Ну, тут я считаю, что инициатива должна быть снизу идти, а не сверху. Потому что вопрос выбора шин, как бы это ни было, в общем-то, опять же, очевидно, это вопрос личной безопасности и, как следствие, вашей же последующей трудоспособности. Прости, это ты сейчас на эмиграцию намекнул, что ли? Да нет, к сожалению, нет. То есть мы все живем в той стране, где от шин зависит больше, чем в Европе. Потому что у нас дороги убирают редко, при всем при этом их достаточно обильно поливают чем-нибудь, вот, и экономия на покрышках приводит к очевидным последствиям, потому что, все мы прекрасно знаем то, что вот именно в межсезонье, когда наступает зима, начинается пик аварийности. То есть для этого не надо даже смотреть сводки, достаточно просто выйти на улицу и посмотреть, какое количество битого железа стоит от одного светофора до другого. Одно русское короткое матерное слово на эту же самую букву «П» ты так элегантно назвал «пиком аварийности». Это очень литературно. Ну, я специально готовился к эфиру и, в общем, включил некие фильтры. Итого. Значит, вот уже мороз катит в глаза, и у кого легковушка, у кого внедорожник, у кого асфальт, у кого болото, ответ на вопрос Алексея Мочалова. В общем и целом рекомендация очень простая. Во-первых, следить за прогнозом погоды, и я прекрасно понимаю, что он будет неверный, этот прогноз погоды, но все-таки, если очевидно, что будет похолодание, хорошее такое, ближе к нулевой температуре, то это уже является поводом перехода на зимние шины, на которые переходить я настоятельно рекомендую, независимо от рекомендаций правительства. Значит, одна из причин то, что любые летние шины, они достаточно сильно дубеют на морозе. Особенно корейские. Да, неважно какие. На самом деле сейчас уже нету такой прямо разницы по качеству между там корейскими, французскими, японскими, там немецкими шинами. Корейские тоже вполне нормальные. Мы в Магадан ездили на корейских шинах, прекрасно себя показали. Но вы не зимой поехали. Не зимой, но они реально показали себя очень хорошо. Значит, основная проблема, что шины просто-напросто дубеют. И так как у нас сейчас достаточно влажная дорога,
все время, потому что дожди идут последний месяц каждый день практически, то задубевшая резина на мокром асфальте творит чудеса. То есть вы привыкли за лето к определенному тормозному пути, а сейчас появились некие нюансы. И, соответственно, даже если вы ездите по одному и тому же маршруту, вы знаете дорогу как просто свои 5 пальцев, на каждом светофоре вы проводите каждый день по 5 минут, и так далее. В любом случае, ну, я просто редко бываю в Москве, прошу прощения. Значит, в любом случае, в какой-то момент может возникнуть нештатная ситуация. Причем я это не моделирую, у меня в прошлом году ровно такая нештатная ситуация именно в это время года и произошла, когда я на собственном Форде Рейнджере собрал хороший букет машин на 3-м транспортном кольце. При том, что я там езжу каждый день, и ничего не предвещало беды, и, по сути, даже скорость была, в общем, достаточно разумная. То есть, ну, никто, скажем, не мог предположить, что впереди уже случится некое ДТП, и народ не выставит знак аварийной остановки. Ну, действительно. Соответственно, обычно вот всегда на 3-м транспортном, как только тюкнутся, первым делом знак ставят, конечно. Ну, вот, соответственно, история была бы веселая, если бы не была настолько грустная, да, то есть, соответственно, дальше началась цепная реакция, то есть один человек проворонил, второй проворонил, что первый проворонил, ну, а я был уже, соответственно, 4-м в этом букете, который тоже проворонил. Икебана. Да, было красиво, благо Форд Рейнджер большой и крепкий, а, в общем, ОСАГО покрывала все расходы, которые были, соответственно, по счету. А резина какая была? А резина была грязевая. Ну, то есть, по сути, это можно приравнять к летней по своим, скажем так, свойствам на асфальте. Но на мокром асфальте, уж тем более в околонулевую температуру, она имеет такой же, скажем так, держак, как зимняя резина на льду. Это хорошо или это плохо? Ты объясни тем, кто не в курсе. Ну, это... Даже сложно сказать. Ну, то есть вы нажимаете на тормоз, а их нет. Да? Тормозов нет. Машина не останавливается. То есть, а любая грязевая резина автоматически по умолчанию может считаться летней и неприменимой зимой? Это очень острый, на самом деле, вопрос. На любой грязевой резине на боковине написано M плюс S. Соответственно, эта резина допущена во всех странах Европы, в России для круглогодичного использования. На самом деле это просто преступление против человечества ездить на этой резине зимой. Я считаю, что это мог себе позволить только люди, которые обладают, ну, можно сказать, спортивными навыками вождения машины, и то очень не спеша и потихоньку, потому что реально коэффициент сцепления просто исчезающий. Зимой, особенно вот мы ездим когда в экспедиции по зимникам и так далее, то есть если зимник обледеневший, машина не держит дорогу. Перерыв на новости. Алексей Мочалов, лучший эксперт по зимней резине. Итого, мы установили, что грязевая M плюс S – это преступление, она остается летней, поэтому на ней зимой убиться легко и непринужденно можно всегда. Ну да, а главное, что поклонники оффроуда, которые считают, что грязевая резина зимой нужна, они вдвойне заблуждаются, потому что как только выпадает более-менее устойчивый снежный покров, на зимней резине по целине едется чаще всего лучше, чем на грязевой. Поэтому ну, оправдать подобную, в общем-то, езду зимой на грязевых шинах можно только элементарной экономией, потому что оффроудные колеса, ну, в смысле, на внедорожнике, они очень недешевые по сравнению с легковыми линейками. И там отдать... там 40-50-60 тысяч за даже не низкопрофильную резину, это, соответственно, достаточно дорого. А если у человека, не дай бог, там 18-е, 19-е, 20-е колеса, то там, соответственно, прайс очень впечатляющий. 39-е? Найти зимнюю шипованную 39-ю. Не, ну это мы говорим про внешний размер, я говорю про диск. Вот, это, кстати говоря, второй камень преткновения, что если машины... не совсем стандартные, я бы так сказал, да, нежно, ну, то есть модифицированным под езду по бездорожью, то зимние шины больших именно внешних размеров, то есть вот то, что, то, о чем ты говоришь, это там в районе там, 35, там, 37 дюймов, там, к 40 ближе, их в общем и целом нет. То есть у всех уважающих себя производителей линейка размеров заканчивается штатными размерами. И есть буквально там пара-тройка производителей, у которых есть
больше такой поклон в сторону американского там рынка там, или Исландии, но это мелкосерийные шины с, скажем, их очень тяжело купить в России. Чаще всего пришел сезон, на складах ничего нету, возят их не официальные представительства, а мелкие продавцы, которые занимаются именно поставками оффроудного оборудования, поэтому надо либо запасаться заранее. Они того стоят, чтобы запасаться заранее. Ну, конечно, того стоит, потому что, ну, иначе вы обречены ездить на грязевых шинах. Имена назови, чтобы люди сразу уже побежали и начали заказывать у этих Ну, мелких продавцов. скажем так, если размер до 33 дюймов, то, Внешний. да, внешний, то, соответственно, в моем понимании лидер это Купер шипованный. Опять же, заметьте, что в легковых шинах мы Купер никогда не упоминаем как лидера рынка. Да? То есть Его это там вообще нет. вообще нету. Да. Среди внедорожников шипованный Купер это потрясающая вещь. Причем я даже сейчас не буду уточнять, как называется модель. Она так и называется M плюс S. Вы просто ее забиваете в интернете, и она выскакивает сразу. Она прекрасно идет по снежной целине, прекрасно идет по льду. И, ну, вот у меня на Defender, который стоит на Рианмаре по-прежнему, уже полгода как, и, соответственно, именно такая резина и стоит. Вот. А на Ford Ranger, который вот прошлой осенью Тоже встал где-то. встал на третьем кольце, сейчас по плану будут установлены шипованные шины Мишлен, потому что мы на них достаточно много ездили в северной экспедиции, и они себя показывали нормально. Но это именно, подчеркну, шипованные шины Мишлен, потому что был такой же опыт езды на нешипованных зимних Мишленах. Ну, в общем, эффект совсем не такой радужный. Есть такое ощущение, что нешипованный Мишлен опасен в принципе. Ну, скажем, он совсем южноевропейский, я бы так сказал, то есть совсем не скандинавский. Вот, и я хотел бы еще отметить такой момент, что сейчас в наше время очень сложно оценивать шины по бренду, скажем так, да, то есть есть бренды весьма всеми уважаемые, у которых определенные модели абсолютно провальные. Есть шины, вот, грубо говоря, как вот мы сейчас только что упомянули, прекрасный Купер, да, вот, когда ты не, в принципе, не ожидаешь никаких хороших результатов, и они оказываются достаточно хорошими. Поэтому, когда вы читаете шинные тесты в уважаемых журналах, я бы не обращал внимания на именно лидеров. Вот скажем так, первая пятерка, она вся достойна. И в любом случае отличие вот этих нюансов почувствует далеко не каждый человек. Я бы запоминал аутсайдеров. Потому что вот чаще всего аутсайдеры, они переходят из года в год, из теста в тест, из поколения в поколение, скажем так, по наследству, ну, скажем, там, зимние шины Якогама, да, но чаще всего, в 90% случаев, это провал. Вот, ну, подобно, ну, и, соответственно, практически все любые отечественные шины, там, за редчайшим исключением, то есть бывают какие-то фантомы, такие вспышки, когда наши пытаются что-то сделать, первый месяц используют нормальные составы резины и так далее, оно вроде работает, тесты прошли прекрасно, потом перестали туда добавлять каучук, добавили сажу, и оно перестало тормозить. Ну Вот. да. Не будем о наших, а вот по поводу Якогамы, например. Ну, На Геоландере очень многие катаются круглый год. прекрасно. Вот если как раз говорить про, скажем, некую универсальность, то был в свое время очень удачный Geolander AT, All Terrain, который, он работал хорошо и зимой, и летом. Ну, хорошо, опять же, так, то есть, скажем, хорошо не ехал ни зимой, ни летом, но был как некая такая вот средненькая моделька, на которой можно, если никуда не спешить, то ездить, в принципе, круглый год. Есть точно такая же модель у BF Goodrich AT, на которой тоже очень многие люди ездят круглый год. Но вы всегда должны понимать, что, скажем так, если впереди вас затормозила машина на зимних шинах, вы ее все равно догоните, потому что тормозной путь у вас будет длиннее. Плюс АБС. Да, неважно, есть АБС, нет АБС. В любом случае, тормозной путь — это такая величина, которая на бумаге только выглядит, ну, там, 42 метра, 43 метра, а у этого 39. На самом деле, вот этих вот нескольких метров, когда не хватает, это
потом грозит огромными расходами. А самое даже страшное, что не столько расходами, сколько временными потерями. Потому что, ну, например, на восстановление моего того же самого Ford Ranger ушел почти год. То есть это вот эти все перипетии с страховыми компаниями, туда-сюда. Не потому, что он разрушен зверски, а просто потому, что бумаг много. Да, не потому, что там какие-то были сумасшедшие повреждения, а потому, что вот такая вот долгая процедура. Поэтому, если вы не хотите вот заниматься подобными телодвижениями и беготню с бумагами, то, по-моему, лучше просто перестраховаться. Какая разница, по сути, на какой комплект тратить деньги, да? То есть, ну, я считаю, что если вы ездите хотя бы изредка за город, надо по-любому ставить шипы. На шипах прогадать с выбором шин гораздо тяжелее, потому что вот с нешипованными там есть много нюансов. Они там для Южной Европы, для Центральной, для Северной. Это надо много думать на эту тему. А с шипами все просто. Вся Центральная и Южная Европа под запретом для шипов, поэтому их делают исключительно для Севера, для Скандинавии и так далее. Соответственно, они в любом случае будут не очень плохими. А раз они не очень плохие, то вы, как только ставите шипованные шины, вносите поправку на тормозной путь, потому что он будет однозначно более длинный, вносите поправку на резкие движения, потому что иначе вы останетесь без шипов буквально через первые 2 недели езды. Но зато вы ездите с достаточно стабильным, хорошим сцеплением с дорогой и... как говорится, не все ли равно, что нам говорят по телевизору, что мы разрушаем МКАД, да, потому что МКАД-то мы, может быть, разрушаем, но все равно его перекладывают каждый год. Вот. А машина собственная, она все-таки собственная, и чаще всего куплена за собственные деньги. Поэтому... Ну, знаешь, МКАД мы не разрушаем, и подтверждение тому как раз Северная Европа. Они почему-то свои дороги никак разрушить не могут, а у нас при этом каждый год перекладывают асфальт. Ну, я, естественно, с неким сарказмом это понятно, говорю. Да. Вот, поэтому я лично рекомендую, особенно вот в условиях, скажем, регионов севернее Москвы, ездить исключительно на шипах всю зиму. Это дача на Ленинградке? А все равно куда. То есть, если вы живете в московском регионе, это шипы. Соответственно, если вы живете южнее Воронежа, уже шипы — это излишество, конечно. Потому что теплых дней гораздо больше. Лето длиннее, и, но в то же время бывают чаще такие гололеды, именно связанные с тем, что солнышко жарит и так далее. И ну, без шипов на гололед? Ну, на самом деле, нормальные зимние шины, не шипованные, тоже более-менее лед держат. Но я вот строго езжу последние много лет на шипах зимой. Любые попытки там как-то пойти на сделку с совестью или там объяснить себе, что я хочу съездить в отпуск в Европу, и поэтому мне надо на эту зиму купить другие шины, показывают то, что я в итоге оказываюсь в проигрыше в подобной ситуации. Так что на гвоздях оно спокойнее. До Европы доехать не успеваешь. Новости. А также с экспертом по зимней резине Алексеем Мочаловым. Итого, значит, на чем там кататься-то по зиме? Значит, по своему опыту, не сочтите за рекламу, могу сказать примерно так, что выбирать нужно среди следующих брендов, именно что касается зимних шин. Это, соответственно, скандинавы, Nokia или G-Slavet. Это хорошо себя показал Continental шипованный, хорошо показал себя Michelin шипованный. И неплохо себе показал Goodyear шипованный. Все. Вот, наверное, я бы на этих брендах и остановился. Все остальные бренды — это уже такая лотерея. Повезет, не повезет. Вот. И совсем бы отказался от японских зимних шин, от любых. Неважно, какая марка. Уж тем более, там, упаси бог, там, покупать какую-нибудь резину Toya там, или еще что-то такое. Летом это нормально, но зимой это просто адский ад, как говорится, на некоторых интернет-форумах. Мой опыт подтверждает, что на японской резине, на шипованной зимой ездить просто противопоказано. Да и не на шипованной тоже. Ну, не шипованной я вообще не рассматриваю, потому что это слишком похоже на роликовые коньки. А вот на шипах это просто конец света. Ну, самое главное, что это просто некий самообман, да, то есть вы зачем-то меняете шины, зачем-то тратите на них деньги, а по сути получаете практически тот же эффект, что и на летних, да. Только повышенный износ, и к тому же нешипованные шины, они же работают исключительно за счет состава, по сути,
а не за счет рисунка там или еще за счет чего-то. И этот самый состав, он очень сильно подвержен старению и изменению своих свойств в зависимости от износа шин. То есть пока шины новые, вот эти так называемые липучки, они первый сезон обычно ходят неплохо. И многие люди, которые подсаживаются на именно нешипованные колеса, они говорят, что да, вот я купил, мне так понравилось, ничего не шумит, не гремит и все такое. Если этот же человек ставит комплект на вторую зиму, чаще всего он ставит, да, он сразу удивляется, почему-то в прошлую зиму так мы хорошо ездили, а вот в эту зиму что-то уже не очень. Соответственно, за год хранения резина подзадубела, там процентов 20 износа получила, и вот, пожалуйста, совершенно уже другие сцепные свойства. На шипованных шинах тоже, естественно, есть подобное явление, но оно не так ярко выражено. И если, скажем, ну, ездить не очень много, то комплект шипованных шин там 2-3-4 сезона может спокойно пережить. Липучка почти никогда нет. И, соответственно, если проанализировать рынок бэушной резины, которые тоже достаточно обширные и широкие, достаточно зайти там на любой там сайт из рук в руки, Авито или еще куда-нибудь, то вы обратите внимание, что шипованные колеса крайне редко народ продает. Ну, скажем так, соотношение будет там 1:3. А вот не шипованные, особенно там данлопы всячески, они разлетаются просто только в путь с припиской, что почти новое, один сезон и так далее. Народ это очень четко сечет, понимает и впаривает как можно быстрее и дальше за любые деньги. Поэтому, как говорится, не наступайте на те же грабли и берегите в первую очередь себя, уже во вторую очередь асфальт. А корейские резина? Шины шипованные, не шипованные, с ними что? К Корее, к летней рекомендую присмотреться, потому что это дешево, достаточно дешево и качественно, а вот зимнюю корейскую резину не рекомендую. То есть это всегда будет результат на троечку, там, три с плюсом, скажем так. Есть, причем очень похожие там модели у того же Кумхо, которые с виду имитируют Nokia там, модели там, 3-4-летней давности. Но тормозят они гораздо хуже, чем 3-4 года назад тормозила Nokia, скажем так. Они сделаны, мягко говоря, из разного. Вот корейская резина, насколько я успевал заметить, она сделана из натуральной пластмассы. Там резина довольно редко встречается. Ну, я не буду говорить за зимнюю, потому что я очень скептически к этому отношусь. А что касается летней, еще раз подчеркну, что мы, когда летом ходили на время из Мурманска в Магадан, о чем я рассказывал, соответственно, у тебя же на передаче. Было, помню. Вот, мы ездили на шинах Ханкука, они себя прекраснейшим образом показали. То есть вот именно как летние шины, они очень хороши, и при этом они не реально недорогие. То есть, и, кстати говоря, когда нам потребовалось докупить два колеса в Магадане, мы взяли и докупили. То есть они тоже есть в наличии. Это немаловажный момент. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с покупкой зимних шин, не бегайте за экзотикой, потому что порвать колесо и на гражданской машине можно, а уж на внедорожнике это еще проще. И, как говорится, докупить одну-две покрышки, это вот уже целая история. Поэтому, если вы идете покупать комплект, вы заодно у этих продавцов спросите, а вы мне одно колесо продадите? Если скажут нет, не берите эту резину. Потому что, ну, это часто бывает. То есть у меня, например, на моей практике редко, когда комплект умирает своей смертью. То есть чаще всего ты покупаешь 5 колес, потом там они первые там 30-40 бегают хорошо, в полном составе. Потом ты рвешь одно колесо, у тебя остается 4 колеса плюс запаска уже какая-то альтернативная. И потом ты рвешь еще одно колесо, и вот у тебя остаются 3 покрышки, которые ты уже просто раздаешь на клумбы. Да. Поэтому это, кстати говоря, к вопросу опять о том же, сколько покупать колес. Даже если у вас в машине докатка, даже если у вас нет докатки и баллончик для шиномонтажа, все равно покупаете 5 колес. Одно колесо должно лежать где угодно. В гараже, под кроватью, в багажнике, где угодно. Но оно должно быть, потому что рынок у нас в России шинный достаточно дикий, и завозы резины очень нестабильны. Рассчитывая на то, что вы докупите, я бы не стал, даже живя в крупном городе.
Вот, кстати, момент по поводу ренфлета. Баллончик обычно означает, что у тебя, скорее всего, ренфлет, и у многих людей по зиме возникает необходимость найти себе нормальную резину, и перед ними стоит такая проблема. Отказаться на зиму от ренфлета, купить просто нормальные диски, посадить на них обычную человеческую резину на шипах и уже что-то придумывать с запаской. Вот насколько, в принципе, этот ход логичен? Сереж, я тебя поправлю, в Runflat как раз ничего не добавляется, никакие баллончики, ничего. То есть Runflat, он тем и ценен, что он, это как выбор человека, которому очень неохота выходить и чего-либо делать. То есть ты просто доехал до ближайшего дилерского центра, выкинул это колесо, поставил другое и все. Почему именно до дилерского? Потому что в обычном шиномонтаже тебе, соответственно, такую покрышку не подберут. Это точно. Значит, все, что касается баллончиков, это история с обычными шинами, но с машинами, в которых по какой-то причине производитель не нашел места для расположения запаски, либо решил, что это слишком тяжело. Но вот на днях я ездил на Chevrolet Camaro, у которого не было запасного колеса, и был как раз такой самый баллончик. Поэтому, когда мы ездили на нем в Геленджик и обратно, у нас был такой как раз вот момент тревоги, потому что если бы мы пробили хотя бы одно 21-е колесо, а 21-ю покрышку запасную купить в России невозможно, в принципе, то есть это, ну, это фантастика, то, соответственно, баллончик, который лежал с герметиком в багажнике, он вряд ли бы нам помог, потому что от боковых разрывов баллончики не помогают, это только от гвоздика может помочь. Ну и нам бы предстояло бы путешествие дальше на эвакуаторе, потому что, в общем, безвыходная ситуация. На 1000 километров в любую сторону. Да, на 1000 километров в любую сторону. Поэтому, в общем, обращайте внимание на этот самый момент, и, соответственно, если у вас дальняя дорога и машина без полноценной запаски, лучше иметь с собой хотя бы покрышку запасную. Скомканную нежно под сиденьем. Да. Вот. Что касается ранфлетов, я лично считаю, что если есть возможность ездить не на ранфлете, не надо на нем ездить, потому что, ну, во-первых, на нем гораздо жестче, да, соответственно, это минус комфорт, и ведь эти же удары приходятся не только вам на пятую точку, но и на подшипники, там, на тяги, на всяческие, и в любом случае вам их придется менять рано или поздно. Чаще всего гарантия уже не будет этот момент покрывать, и вот это вот, скажем, и так недорогие шины, которые позволяют вам при проколе не выходить из машины, они еще приводят к тому, что чаще приходится обращаться к сервисменам по поводу ремонта ходовой. Вот. Значит, поэтому если переходить, соответственно, на зиму на с ранфлета на что-то альтернативное, то, конечно, я только могу поддержать этот ход. Тем более, что зимой, как известно, асфальт хуже, особенно под весну, и чем мягче будет эти машины, тем лучше. И, кстати говоря, если у вас есть возможность переходить на меньшие радиусы дисков, да, то есть если вы, грубо говоря, летом ездите там на 18-х дисках, да, а диски тормозные позволяют поставить, например, 16-е, ставьте. Зимой это ни в каком городе не помешает. Даже в Москве, даже в городах, где за дорогами следят прекрасно, хотя таких городов в России мало. Есть? Ну, есть, но их реально мало. Вот, в любом случае вы найдете какой-нибудь приоткрытый колодец, где вы уговорите не только покрышку, но и диск. А это, соответственно, дорого. Ну, просто банально дорого. И плюс к тому, у очень многих производителей современных автомобилей в наличии дисков нет у дилеров. Соответственно, ты колешь какой-нибудь прекрасный диск, и тебе надо менять весь комплект. Это очень неприятный момент. Вот, этим славится на самом деле вот из прям таких ярких примеров, это последнее поколение Ягуаров, да, то есть это, ну, диски просто пластилиновые, к сожалению, то есть... И одноразовые. Да, и одноразовые, да, соответственно, до 2010 года такого не встречалось, а сейчас, пожалуйста, вот на всех там XJ, моих любимых больших, они не выдерживают. Скажем, одна поездка по Новой Риге вот в такую погоду, даже как сейчас, это все 4 диска на замен. Причем грыж может на колесах не быть. Вот. Так что, в общем, чем выше профиль зимой, тем лучше. Естественно, если у вас есть выбор между дизайном и практичностью, я бы все-таки дизайн отложил до лета, а зимой ездил бы на чем-нибудь более высокопрофильном.
Скажи, ты бы советовал людям, которые после ренфлета переходят, например, на нормальную резину на штампованных дисках, по старинке с собой в багажник метнуть еще камеру? На случай, если будет боковой прокол, колес 4, положить некуда, то единственным выходом из положения в дальней дороге может стать попытка на шиномонтаже залепить как-то боковую дырку и вставить туда камеру, чтобы все-таки доехать. В условиях экспедиции, да, в остальных нет. Потому что если вы доедете до шиномонтажа, на шиномонтаже камера все равно найдется. Ну, как показывает практика, на любом шиномонтаже есть хотя бы заваренные камеры. Но есть они. То есть можно не возить с собой, не Можно, париться. не надо, да, не надо ничего с собой возить. Это один момент. Второй момент, что матерые джиперы, путешественники, экспедиционщики, они могут колесо перебортировать монтажками сами и поставить в случае бокового пореза камеру. Но подавляющее большинство современных автомобилистов не могут сами перебортировать колесо. И я даже могу больше сказать, что у меня лично был случай на джипе Командере, когда мы в Казахстане за 50 километров угробили два колеса, причем на ровной дороге, мы не смогли разобрать и собрать 17-е колесо у джипа Commander. Невозможно это сделать без шиномонтажного станка. Новость. А, приятные разговоры с Алексеем Мочаловым и вне эфира о том, на какой резине поехать. И вот когда 15 минут уже остается до окончания тайма, подведение итогов. У многих людей, которые катаются на внедорожниках или на полноприводной серьезной технике, есть ощущение, что либо заводская комплектация их спасет, тем не менее, есть такое ощущение, либо есть подозрение, что вот эти специальные варианты резины, предназначенные для бездорожья, например, там Пирелли, Скорпион или Мишлен Альпин, они вроде бы зимние и вроде бы они внедорожные. Леш, так это или не так? Вот просто учитывая, что мы об этом косвенно уже сказали, напрямую дай ответ. Я, скажем, подчеркну еще раз то, что любые полумеры, они так и остаются полумерами. Тем более с полноприводной техникой это на самом деле еще более ярко выражено, потому что вы, когда ездите на полноприводном автомобиле, у вас есть некое ощущение, что снег не снег, грязь не грязь, вы все равно отлично разгоняетесь, поворачиваете и все такое. Но тормозит машина, по сути, так же, как и недоприводный автомобиль, там передний или заднеприводный. Соответственно, еще раз подчеркну, что если пришла зима, и если вы, как бы, у вас есть возможность купить зимние шины, то однозначно это должен быть шипованный модельный ряд или скандинавов в первую очередь, да, то есть это Nokia или G-Slavet. Причем, несмотря на такое расхожее мнение, что тот же Словет это там шины второго дивизиона, там компании Континенталь, да, ну, маркетологи любят подобные песни, G-Slavet ничуть не хуже, чем Континенталь. Он стоит дешевле, работает он прекрасно. Если он есть в размере на вашу машину, это прекрасный выбор на самом деле. И шипы он держит хорошо, и шипуют его не в России, до сих пор наверняка. Вот, я, правда, не следил последний год, может быть, его уже начали шиповать. Но, по крайней мере, вот такие вот нишевые модели, чаще всего их не производят в России. Это тоже, на самом деле, хороший момент. Ну, Нокиан-то весь у нас идет практически отечественный. Ну да, но в то же время опыт прошлой зимы показал, что Кабель Т7 прекрасная резина. Вот у нас на нескольких тестовых машинах она была, и даже мы с тобой, Сергей, ездили на Тигуане и проверяли Да. тот самый скандальный вопрос с АБСом. Вот, он был, соответственно, обут в Капелле Т7, это совершенно, ну, очень хорошая резина. То есть не буду там использовать какие-то уж совсем хвалебные эпитеты, но я помню, что прошлой зимой она меня очень впечатлила. То есть, понятно, что никакой вот этот вот Купер, про который я говорил, да, который я использую на экспедиционных машинах, он так не тормозит. Просто Купер, он есть в больших размерах. И это За это ему закрывает, да, спасибо. и за это ему спасибо, да. То есть Nokia, она стоит в этом машине особняком. Вот, тот же самый Мишлен шипованный, вот, на который я планирую перейти в этом году. Мы ездили на нем и по льду Байкала, и ездили на нем в Якутию и так далее. Он себя ведет очень стабильно и хорошо. При этом он позволяет очень уверенно ездить по асфальту, потому что Nokia, она все-таки очень мягенькая. Она такая
скажем, резина, которая размазывает любые понятия там, о остроте управления или еще о чем-то. То есть она такая вот чисто скандинавская резина для спокойной, безопасной езды. То есть если у вас там есть большое количество поворотов до загородного дома, и часто вы там ездите по сухому асфальту, то ноги вас будут постоянно разочаровывать, потому что она не очень хорошо держит сухой асфальт. Она не для этого сделана. Вот, поэтому тут 20 раз надо подумать. Вот, поэтому чем более, скажем так, будет у вас подход к выбору шин взвешенный вот именно в пользу основной пятерки игроков, тем меньше будет разочарований, потому что зима у нас очень длинная и вечная. Скажем, летом еще худо-бедно можно так там как-то согрешить и попробовать сэкономить, там, уйти, опять же, там, в сторону Кореи, там, и каких-то альтернативных производителей. То есть зимой шутить нельзя, потому что даже если вы ездите аккуратно, даже если вы за, там, перед каждым светофором останавливаетесь там гораздо раньше, чем все остальные, никто не застрахован от каких-то внештатных ситуаций. И вот эта внештатная ситуация, она бывает, чаще всего возникает один раз в зиму. То есть вот ты ездишь и думаешь, ну и зачем вот я вот слушаю этот шум шипов за окошком и так далее. Но вот когда вот это случается, оно сразу все оправдывает, и мы сразу забываем обо всех этих неудобствах. А, ну, по сути, автомобиль для русского человека, он по-прежнему не стал бытовой техникой. Это все равно предмет некого культа и поклонения, и поэтому, ну, жалко банально разбить красивую любимую машину, даже если она некрасивая, старая и вообще надоела. Все равно любимая. Да, и все равно любимая, да, потому что, ну, просто это, как бы, это член семьи. То есть получается, что на самом деле вот те, кто живет в условиях нормальной зимы, они понимают толк в шипованной зимней резине, поэтому все-таки Nokian Кисловет — это те, кто являются лучшими в данной теме. И машина, которая обута была от завода, производителя, даже внедорожник, неважно в насколько компромиссную резину, тем не менее, нуждается на зиму в шипованной зимней резине, желательно вот этих двоих, ну, либо добавляем Continental, Michelin и Goodyear. Да, и я подчеркну, что практически любые шины, на которых автомобиль сошел с конвейера, они заведомо не являются идеальными для этого автомобиля. То есть, с одной стороны, да, автомобиль прошел все испытания, сертификацию и так далее именно на этих шинах, но чаще всего выбор производителя был сделан по экономическим соображениям, потому что когда автомобиль производится миллионными тиражами, имеет большое значение, сколько стоит покрышка. Если она стоит хотя бы на 1 евро дешевле, да, то, соответственно, мы идем к конкуренту, ставим более дешевый. По этой причине крайне редко, если это не какой-то премиум-сегмент, вы можете встретить на серийном автомобиле, ну, скажем, там, на том же Land Cruiser, да, машина стоит там 3-6 миллиона. Да, она продается на шинах, которые вообще в России нельзя эксплуатировать. Это абсолютно арабские шины, которые сделаны для езды в жаркую погоду по сухому асфальту или по песку. Вот все, что продается у Toyota, любой Land Cruiser, там, или возьмем там, сейчас, скажем, линейку Mitsubishi, там, Pajero 4, Pajero Sport, практически все пикапы, они все продаются на арабских шинах. Эти шины вообще нельзя использовать не летом. То есть, как они проходят сертификацию, для меня загадка, но проходит. Поэтому, если вы вдруг купили вот машину, например, этим летом, и у вас впереди зима, вы, ну, сразу снимаете, выкидываете. И в том числе на лето потом купить себе что-нибудь более тематическое. Да, да. Как бы секрет этих шин, почему именно их производитель поставил, потому что это очень массовая резина, она производится просто в дьявольских количествах, и она ничего не стоит. То есть в тех же Эмиратах, где нет пошлин на шины и так далее, подобная покрышка стоит, ну, максимум на наши деньги 2,5-3 тысячи рублей. То есть можете себе представить, каково ее качество. То есть это то, что на заводах раньше называлось техническая резина. Иногда бывало технологические колеса, когда, например, на ЗЛК закончились колеса или там заканчивались рули во времена Асатряна, то машину выкатывали с конвейера на технологических колесах, на технологическом руле или там технологическое сиденье, а потом уже дособирали, либо продавали некомплектную. Вот это технологические колеса, которые только для того, чтобы покупатель на них доехал до дома.
Да, так оно и есть. Поэтому, если вы любите свою машину, то, конечно, надо ее чаще всего переобувать. То есть еще раз говорю, что я молчу про модели автомобилей, которые, ну, изначально являются там культовыми, да, там, ну, скажем, но автомобили, например, BMW, да, то они чаще всего идут уже на нормальных шинах, потому что все-таки это автомобиль премиум-сегмента, и там, ну, там тоже, конечно, люди думают об экономии, но все-таки стараются не экономить деньги клиентов настолько откровенно. А вот весь сегмент именно утилитарный, именно, это касается большей части внедорожников именно, полноценных и пикапов, это, конечно, автомобили, где кроится каждая копейка в производстве. И то, что тот же самый Land Cruiser у нас считается премиум, но ну, мы все понимаем, что это только в России считается премиум. Так-то это автомобиль для арабских колхозников. Вот, Ай. извините, конечно. Ну, на самом деле так и есть, и знаменитое японское качество, и тем более знаменитая японская премиальность, она по большому счету не сильно подтверждена каким бы то ни было японским производителем, потому что и Lexus, и Infiniti категории премиальности, ну, в ближайшие лет, наверное, 50 пока еще не дотянутся. Ну, в защиту японцев могу только одно сказать, что так как по воле судьбы достаточно часто бываю в Арабских Эмиратах, когда ты едешь на такси Toyota Camry, у которой пробег 650 тысяч на спидометре, ты начинаешь уважать этот автомобиль, потому что, ну, сами, причем она хорошая, она реально едет, она прилично выглядит. Я прекрасно понимаю, что, возможно, ее уже все 20 раз все перебрали, да, но при всем при этом это вызывает уважение. Вот, поэтому тот же самый Land Cruiser очень заслуженная машина, но вот к таким комплектующим, как шины, надо относиться очень внимательно, потому что никто не думал вам дарить хорошую резину. Вот это вот я вам точно скажу. И уж тем более хорошую резину для езды зимой. Что является вообще большой спецификой, на которую производители редко рассчитывают. Тем более с тех пор, как они стремятся в основном по пескам скакать среди арабских колхозников, а не русских нефтяников. А вот на просто совсем уже пару слов. Для легких малолитражек, ведь в принципе рекомендации совпадают, но там возникает иногда экзотика. На маленькие колесики R13 не всегда что-нибудь найдешь. И там приходится выкручиваться. И там уже тоже и корейцы, и кто угодно, и рекомендация та же самая. Если есть возможность, хватайтесь шипы. Пусть даже у вас машина легкая, вы катаетесь по городу. Ну, рекомендация, конечно, я считаю, что ровно такая же. Но даже если на вашей машине производится всего один вид зимних шин, все равно надо их ставить. Потому что они в любом случае будут лучше, чем летние. Причем лучше, ну, на порядок, на голову. Вот, поэтому вот эта экономия, она неправильная. Поэтому, когда слышишь по-моему, даже от тебя, Сергей, я это пару раз слышал насчет того, что как бы предыдущее поколение ездили спокойно на том же самом БЛ-85 и ничего, и были живы, но это было предыдущее поколение на предыдущих машинах с предыдущими скоростными возможностями. И Вот, в и предыдущие голодные годы при отсутствии вариантов. Потому что конечно. кроме БЛ-85 на мою уникальную машину ВАЗ-2107 в этой стране не производилось вообще ничего. Ну, Сергей, ты все равно вспоминаешь достаточно неплохую резину БЛ-85, потому что и так я начал с москвича, у меня был Ми-16. Вот, Да. Ми-16 не тормозил, там не тормозил БЛ-85. Вот, но это такие уже, как бы, как говорится, нюансы, Воспоминания о опять же. прошлом. Да. Алексей Мочалов, зимняя резина. Вкатываемся в зиму.